Егор Крид или Хабиб Нурмагомедов? Егор Крид там лишний там. По-любому Хабиб Нурмагомедов прав. Он что говорит, всегда он прав. Да я нейтрально отношусь, мне по барабану. Вообще по барабану, да? Да. Тимати увидит этот видос. Все, ребят. Ну, Хабиб дал свой ответ, почему нельзя? Ты, брат, дай свой ответ. Всем привет, меня зовут Евгений Ширяев. Это очень серьезный и самый популярный канал на YouTube Негодяй ТВ. Я человек, который в апреле только начал заниматься блогерством, и у меня уже 45 тысяч подписчиков. Я поставил себе глобальную цель, что к 31 декабря 2018 года у меня будет миллион. И я раскусил алгоритм YouTube. Я тупо сейчас беру трендовые вещи и снимаю про это выпуски. Сегодня я буду базарить про Хабиба Нурмагомедова, Тимати, Филиппа Киркорова, Егора Крида. Короче, это сейчас популярная хрень. Стрельнет видосик. Выстрелит, я чувствую. Концерт Егора Крида должен состояться в Дагестане или нет? Нет, конечно. Почему? Ну, Хабиб дал свой ответ, почему нельзя? Ты, брат, дай свой ответ. Ну, потому что это позор. Если он даст концерт, то это, не знаю, некрасиво будет. Он сам несерьезный, этот Егор Крид. Несерьезный он, мужик? Да. А в чем его несерьезность заключается? Потому что он поет. Я тоже пою песни. А не, песни нельзя петь. Вообще? Вообще, конечно. Кому можно в целом спеть в Дагестане? Никому. Нюша, не, извини не, меня. Не. Ладно, Иван Дорн. Нет, нельзя. Нет. Так, хрен с ним, 50 Cent. Вот, это другое это дело. Это другое дело. Eminem. Ему тоже нельзя, наверное. Пошел он. Да я нейтрально отношусь, мне по барабану. Вообще по барабану, да? Вообще, да. Что про Киркорыча скажете? Клипешник красава. Видели? Красава, ты видел клипешник? Видел. Да нет, это бред клип. Бред клип? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный. Реклама же, это стёб, это же прикольно. Нет? Если бы реклама была не того, что не рекламируют, если бы рекламируют конкретный товар. Ну и нормально, они получили бабосиков и не скрывают, и не палятся, нет? Ну, палец. Не, вообще без палева они все это сделали. Ага. Это что смешно, не? Может быть. А в чем прикол-то был? Чего? Ну вы берете интервью, а к чему это? Да ни хрена ни к чему. Чтобы просто написать описание. Тимати, отношение к Тимати и Егору Криду, там, Киркоров. А, сделать эту превьюху, знаешь. И просто и херак, и этот видос популярный. Вот так все просто, прикинь. Сейчас говорят про Тимати и Хабиба Нурмагомедова. Какие мысли по этому поводу? Ну, здесь Тимати, конечно, не прав. Кто не прав? Тимати. Ну? По-любому Хабиб Нурмагомедов прав. Он что говорит, всегда он прав. Давай разъясним. Хабиб говорит, что... ну, что он говорит? Я что-то на самом деле не особо там в теме. Он что говорит, Хабиб? Нельзя, короче, концерт давать. Типа, у него маты там и так далее, короче. Типа, алкоголь там, тут у него в клипах, короче. Понял. Поет про алкоголь и... Да. Просто мы еще с одним парнем общались, он говорит, что вообще, говорит, не нужно концерт никакие в Дагестане давать. Да, я тоже согласен с ним. Если Тимати поедет, это нормально? Тимати? Да. Дагестан? Да, вроде да. Тимати, да. Погоди, но у Тимати тоже в клипах есть бабы. Я да. Про него говорю, про него и Егор Крид. Да, Тимати, да, можно. Ребята, мнения разделились. Мишка, Мишанька, Мишутка, с канала ставлю, заплатил мне Лавандосик, чтобы я помог ему нахеракать побольше подписчиков на его канал. Мишани снимает про ставки, футбольные ставки, он делает прогноз. У него это неплохо получается, у него есть бабосики. Да, он мне заплатил немало лавандоса, чтобы я говорил сейчас про него. Если вы будете смотреть его видосы, он там разыгрывает по пятихаточке рублей каждый выпуск. И самое прикольное, что как только у него херанет 10 тысяч подписчиков, он снимет прямой эфир, где разыграет 10 тысяч рублей. От души, ребят, ну как-то вот хочется по красоте сделать. Чувак мне бабок заплатил. Это так прям слов не найти. В описании про него все есть. Йоу. Не нужно, чтобы Егорка там выступал. Нет, почему? Хабиб Нурмагомедов, он сам
мусульманин. И Егор, Егор Крид там лишний там. Понятно. А если, например, концерт будет Баскова или Киркорова в Дагестане? Это будет нормально? Нет, конечно. Они почему? Тоже, они тоже лишние. Потому что они не мусульмане? Ну, у них свой конфликт. Хабиб Нурмагомедов, Егор Крид, сам Тимати и, конечно, Филиппок Киркоров. Да, сука, мы ловим эти тренды. Цвет настроения черный. И в Дагестане нельзя концерты Егора Крида. А, кстати, а почему? Я так и не понял. Ты как думаешь, бро? Я думаю, что в Дагестане, в принципе, есть много исполнителей, которым есть где выступать и для кого выступать. У них там своя публика дагестанцев. И, типа, не думаю, что русским там вообще есть где там выступать. Я ни хрена не понял. Ну да ладно. Все, давай ты. Все, давай. Пока. Почему ты согласен с Хабибом? Просто его уважаю, его точку зрения уважаю, все. Ты сейчас сказал, что ты согласен с мнением Хабиба, потому что ты его уважаешь. Но если бы Хабиб сказал бы, да пускай он выступает, Егор Крид. Я с этим согласен был бы. Был бы тоже согласен. Только просто из-за того, что я за Хабиба, и все. А победит Конор Макгрегор? Конечно. Да? Да. Не, серьезно. Не знаю, мне кажется, Конор более сильный боец, чем Хабиб. Ты не боишься, что друг потом тебе накипает? Да. Нет? Короче, чтобы вообще этот ролик был популярным, надо еще про Киркорова что-нибудь сказать. Киркорову нормально, если он в Дагестане будет с концертами? Мне кажется, нет. Почему? Потому что он же с Кридом там общается, и из-за этого. Думаешь, они Вась-Вась? Да. Это серьезное заявление. Ты сейчас говоришь, что они педики. Не, я этого не сказал. Почему? Просто Филипп-то по-любому смотрит этот ролик, он его посмотрит. Я не сказал, что он... Ну а Вась-Вась, что это значит? Тоси-боси? Ну типа кенты, Муси, они, типа а, кенты, да. Ребят, вы тупо кенты как бы, поэтому да. Ничего не имели. Не забываем вообще писать в комментариях, что вы-то думаете по этому поводу. Нужно Егорке там в Дагестане там выплясывать или нет? Киркоров, ну, как бы классный клипец он у него или нет? Ну, мне кажется, что клипец получился прикольный, они там поугарали. Егор Крид, Филипп Киркоров, подпишитесь тоже на мой канал. Тимати, подпишись, ну чё ты, братуха? Увидел этот видос там, позвонил мне, написал мне на почту. Женёк, красава, давай сотрудничать. Посотрудничаем, все красиво, все замутим, ребята. Хабиб там тоже... Конору там привет там во время боя, там скажешь, от негодяя, привет. Все, ребят, спасибо. В комментах пишем, вау, чувак, вот это трендовый ролик, ну ты в тренде, брат, от души тебе, Жека. И не забываем, что после каждого выпуска на следующий день я делаю клевер, где разыгрываю бабосики. Мне же платят за рекламу. Мишаня вот ставлю, он мне вот деньги платит, а я же ведь тоже с вами делюсь. Вот. В клевере, я поделюсь косарем. Когда буду делать прямой эфир. А когда у меня лям стукнет, я тачку свою разыграю среди вас. Моя машина достанется кому-то из вас. Да, а мы фудблогеры, прикиньте. Егор Крид или Хабиб Нурмагомедов? Конечно, Крид. Тимати или Филипп Киркоров? Киркоров. По карте можно? Вам для Да. Хабиб или Егор Крид? Отвечаем честно. Честные ответы. Егор. Давай, Егор Крид, давай. Из Егора. Почему? Почему? Объясни, да, почему. Тут у нас наша команда, да? Команда, да. Потому что вы в одной команде, ребята, да? Тимати увидит этот видос. Все, ребят, повышение. Ребята, по-любому повышение. Болеем у Хабиба, он тоже боец, он. Его тоже болеем. Thank you.